ja siin jätkub viimase viienda osaga vaikse tagasiveeremisega koju Tartusse ja eelmise osa alguses, ma ei tea kuidas moodi, aga no ma tegelikult mõtlesin ikkagi Varnjat, aga muidugi rääkisin, et oleme kolkes, tegelikult siiski Varnjas. Ja siin ma siis rääkisin ka juba sellest oma elektrilistest tõukeratastest või sellest pisimopeedist. Mul kuidagi ei vea kohe, mitte kuidagi nende küll töötab, aga siis on kaal õige vale ja siis jälle ei tööta, kaal on õige, nii et sada äda. And can hear see continuing, see five part and see final part and we are rolling or moving it so slowly. Back to our home to Tartu and in here I'm mostly in speaking Estonian and in Russians about my adventures with baby mopeds. И здесь продолжается последний пятая часть и потихоньку передвигаемся домой. И я здесь говорю на эстонском и на русском. Мои чертово приключения, в каком смысле с этими малыш-мопедами, то этот первый малыш-мопед 500 грамм было, или 600 грамм было, потяжелее было, другое, что пришел неработающий, и про этот, и действительно, оказывается, у нас в Тарту 100 тысяч человек, только один мастерское в электросамокатах, они в монопольном состоянии, они не виноваты, просто других нет. Был, один, но там были такие люди, у которых выросли эти руки из другого места. Вот так. Так, мы повернем еще немножко налево, может быть еще будет немножко лучше, и я слышу свой голос уже лучше. Так, какой-то поездке я говорил, что я заказывал этот новый электросамокат, который числится как этот малыш мопедом, вот так. И было такое, что неправильный вес показывал. Все время показывал 14 килограмм. Ну да вы что, 14 килограмм это самые эти маленькие какие-то Xiaomi или Segway, какой-то там 7-8 ампер-час аккумулятором такими и какой-то там 7-8 дюймовые или даже меньше колесами. Вот такие они весят такое. В общем, такое. Писал этот магазин, и они соверяют, что правильный придет этот. Я говорю, как этот может быть правильно, если вес показывает, фирма логистики показывает вес совсем неправильно. Не может быть, что они оформляют неправильным весом вещи. Но на самом деле, действительно, как бы ни странно, написано было, что вес 14 килограмм и 120 грамм, но на самом деле действительно была настоящая вещь. Я с эстонским фирмом логистики и Tella Smart Post, называется так, я звонил туда, я говорю, что они тоже видят эту посылку. Они видят, что он где-то есть, они тоже видят, что 14 килограмм. И даже по моему телефонному номеру он сразу понял, определил сразу, что он уже мне этот сервис, онлайн-телефоне, женщина там такое. И она сразу поняла, кому и что. Я не знал этого, что она может просто так определить сразу. Она определила. И был разговор, что можно ли отказать из этого посылки, и пусть они обратно посылают. Если мы понимаем, что здесь, в складе, вес неправильно. Оказывается, они не мерят и не весят, сколько на самом деле вес
у этого посылки. Да я говорю, ну как мы знаем, что этот вес этот правильный? Она тоже говорила мне как-то так уже, а, ну никак, как-то, ну я понимаю, что она уже надоела со мной говорить на этом тематике, там, мне же это волнует, а ей-то же нет, что, я спрашиваю, ну а там этот, неужели никто не понимает, что если поднять этот посылку, что есть разница 14 и 25-26 килограмм? Да. Конечно, разница есть, но а можно ли отказаться прямо такого? Нет, тоже, тоже не совсем так. На самом деле, я говорю, что этот через фирму должен получать оформление, там все, чтобы посылаем и берем, ну, чтобы обратно посылать этот на адресат, что так нельзя. И действительно, пришел этот посылка, и правильный вес был. Мы этот водитель подняли, и действительно, это понятно было, что этот, ну, коробка такой совсем no-name была, вообще ничего, ни хрена не было написано и что-то такое. Я все снял на камеру тоже, это все, это эпопею там, чтобы, если нету правильного веса, чтобы у меня весы есть, чтобы сразу начинать этот как-то, я не знаю, чего сделать, но хорошо. Потому что если бы вес был бы неправильно, я понял бы, я даже не открывал бы я этот даже не открывал бы этот коробку, потому что я знал, что там неправильная вещь. Открывал, действительно, тот оно и есть. Был этот электросамокат и этот, как этот малыш-мопед. В общем-то, на какое-то время я смотрел, что он один-один. Есть, оказывается, разные модели Google M4. Не Pro, не M4 Pro, а просто M4. Есть тоже, да, немножко разные есть. Там, как этот там сзади тека и вроде и такое. Есть такие M4, у кого Google M4, у кого есть этот вольтметр, а есть у кого вроде нету. И у меня этот вариант, который нету. Вытаскивал из коробки, все было наличие, та же, как-то бы не странно, поставить сразу на весы. И весы показывали там 22,5 или 25,7. Ну что-то такое. Я радовался, как ребенок, конечно. Ну и как без этого? Итак. Ну вот опять нарушают, по-моему, с мопедом. Надо ехать... С мопедом надо ехать вот здесь. А не здесь. Ну и вроде я знал, что иногда у китайцев аккумуляторы такие пустые, что нет смысла даже нажимать. И я сразу поставил этот зарядиться. И сам куда-то ушел или что-то такое. И даже не попробовал нажимать ни одного кнопку или ничего. Потом попробую. И не включается. Но никак. Сигнализация тоже ничего не сделает. Так, здесь всегда смотрел, это такой красивый сад.
все такое ухоженное. И здесь это тоже вот такое. Старое такое. Так, Тарту 23. Так, ветер действительно дует сильно и тормозит меня. Взял камеру, ну это камера на шлеме, но прикреплено к шлему. Ну и сделал видео, показывал там все такое, там то зарядка и без зарядка, и такое не включается ничего. И я знал, что AliExpress должны быть видео, только чтобы загрузить это только 1 минут. Смотрел часы и сразу сделал такие маленькие куски сделал, меньше минуты такое. А вообще-то и посылал этот вроде этот магазин, это что у вас вообще не работает ни хрена и такое, и долгое время никакого ответа вообще никакого не было. Я сделал, что refund money, ну этот обратно посылать этот, это деньги это. Так-то сразу отвечали. Оформлял там телефон money, все это. Тогда я мог бы этот на этом сделать, чтобы все 3 видео один, там можно грузить побольше объемом. А потом, чтобы эти китайцы видали мои видео, я загрузил или uploading, там выгружал польский один такой сайт есть, но временно держится. Где-то неделю или может быть больше, туда можно почти 6-гигабайтовый файл поставить. Если какой-то ты регистрирован пользователь, там какие-то другие возможности есть, но я знаю этого места, что он хорошо работает, и вроде китайцы его тоже видят, что если ссылку поставить, китайцы его видят, и даже не надо загрузить, вот из этого листа можно сразу видать этот. И они видали все это. Потом были там маленькие видео, в очень плохом качестве было сделано, туманный такой. Какой-то мужик в китайском языке открывает этот теку и начинает открывать этот шнур, этот XT60 из батарейки. Но я вижу этот, такое. А вдруг этот надо этот закрывать там, что у нас тут впереди такое. Женщина не была мужа, потому что у него этот педалька куда-то рам уходил и все этот скрипел, то такого. А если муж был бы дома, он бы просто взял и согнул немножко этот педальку и все. Этот один момент, когда понятно, есть у женщины мужчина или нет. Но черт с ним. Но этот может быть неправильно, но в общем-то такое. И если действительно, и если женщина гуляет детскими колясками, этот, старое время, и все, этот коляска скрипит, тогда тоже было понятно, что у него нету мужа.
что девочка или женщина с ребенком одиночка. Это тоже было понятно, это тоже. Но теперь уже, да, это другие коляски, и они не скрипят, и поэтому непонятно. Но велосипед есть еще один индикатор. Но ребенок есть, мы видели сиденье ребенка. А так, возвращаемся к этому электросамокату, этот малыш-мопед, как это такое. И есть еще один магазин, где тоже сделают какой-то другом, под другим именем, но тоже этот M4 Pro сделают такое. А там люди жалуются, что вроде как, что аккумулятор вообще но не держится, что скоро все сдохнет такое. Что, ну туда, у меня есть еще, туда можно поставить еще 10 ампер час аккумулятор. У меня, да, все у меня есть. Так. Туда деку можно, там широкая дека, туда что угодно можно поставить. Главное, чтобы весом, ну да, это другое дело, чтобы не повысился, потом 25 килограмм. И тогда пришел видео, да, открывай этот, ну хорошо. Взял этот большую алюминиевую лестницу, ну которого можно по-разному можно поставить, и так и сделал, как это такое, как рабочий стол такой, прямо этот на этом саду, и повернул туда этот электросамокат и открывал всю эту теку там потихоньку так. И что самое странное, я просто говорю про это, что тека такой этот просто там, я не говорю, что толстый, вообще не толстая, такой металлическая плата такое, и там ну никакой герметика или изоляции, ну ничего нету такого, ну полужидкого какого-то там резина или ну что-то там вообще нету никакого, или хотя бы смазки какой-то там такой, или да ничего нету там. И вообще этот, все эти детали там, все эти пружины и валы и все угодно, что там есть, вообще не замазано вообще. Ну вот если близко видишь, тогда ты хорошо увидишь, понимаешь этот. И там контроллер там впереди, и контроллер тоже там вверх-вниз такой шатается. Аккумулятор не шатается, этот хотя бы нормально был оставлен. А контроллер, да, если начинать поехать, этот впереди там контроллер начинал, а потом в корпусе там начинал бы стучать там, наверное. И тоже снял это видео, что я открываю, там попробую включать. Снял этот сигнализации, этот систему там оттуда. Ну что, а вдруг там сигнализация тормозит, что-то такое там. И ничего не работает. Потом посылали еще новую видео. Открывай еще больше. Я им писал, что я все проверял, эти провода, что там все эти снял, поставил наоборот больше и такого. И мультиметром померил, что действительно этот на контроллер пойдет, этот ток пойдет. И даже вот соединяешь этот контроллер такой, трык-тык, и там слышно такое, как этот такой берет ток такой, тын, но такой работающий такой, все-таки контроллер там как, что-то там. Но этот понятно, он если даже испорченный, он может быть
такой звук сделать, но все-таки да. И потом начинали мне писать, что чтобы я посылал бы свой адрес этот почтовой, они попробуют мне этот запчасти посылать. Я уже и раньше говорил, что этот как вы так сделаете, что у вас этот не замазано, не помазано, и все этот уже рулевой этот, но как этот откуда, но закрываешь или но такого. Что там уже луфт уже 5 миллиметров. Ну, в общем-то, я знал. Я читал, что у Google M4 уже от рождения этот луфт уже, этот не рулевая система, а этот как-то, где этот замок этот, ну так. Ну, может быть, настоящим Google не было, а у этого и было. Я понял тоже, что туда надо было токарю ходить и новый какой-то там штуковину сделать такое. Ну да. Но я думал, что черт с ним, что пусть будет этот, я же все равно сижу и еду только этот на работу, там 3 километра и обратно. Что там еще сложного? Ну вот так. И они хотят, чтобы, ну, посылают мне этот что-то нового, запчасти. Но они хотят, чтобы я снял бы требования от денег. Я писал им трудно, но там уже раньше, что это не может быть, что как вы представляете, что что покупатель начинал бы этот ремонтировать сам этот электросамокат, чтобы он заработался. Как вы это представляете? Да так нельзя ехать. Я не еду из Итальянки, в эту узю, в Индии, возит все брейксы рулс. Tartu 18. And I'm talking in here is stories. At first I was talking a story about my new electric scooter or baby moped. And now I'm talking in Russian. И тогда вроде такое, что они посылают. Я даже сам смотрел, а сколько стоит этот для M4 и этот дисплей TF100 и этот контроллер туда. Оказывается, M4 Pro и M4 у них это все одинаковое такое. Есть этот разница амперажным, только там есть там 16 ампер, есть 20, 25 есть, по-моему. Ну, из 20 хватит, 20 на 48 этот выдают, ну арифметично выдают бы 960 ватт, но от этого хватает 800 ватт мотор. И все равно у меня надо уменьшить. Так, еще что? Мне надо снять этот, ограничить скорость у этого самоката. Но я просто так говорю. Оказывается так, чтобы просто мы берем из программное меню, и там какой-то там километр, и мы просто так ставим туда 25. На самом деле тут нет, не можно так. Тут нужно уменьшить мощность где-то на 50%, и тогда будет он ехать только крутится заднее колесо на 25 км в час.
Но он потеряет мощность. Но нечего сделать. Это надо в будущем сделать, потому что если наши этот какой-то полицейские, милицейские и сандармы карабинеры бы поймали тебя и подняли этот задний сторон твоего малыш-мопеда и электрогаз полный, пол, и если они видят, что там 25, тогда, ну, хорошо. Ну хорошо, у нас старту есть, я думал, что ну, заказывать сам, не заказывать там, и цена вместе с этими там, этот кабелями 7, где-то там между 28-32-33 евро, ну там разные магазины. Думал купить, не купить, и думал пойду, этот у нас есть только один магазин в Тарту, который, ну, исправить этих или ремонтировать этих электросамокаты. Хорошего перевода, может быть, на русский нет, может быть, только этот, как этот электросамокатный мир, как в Москве было детский мир, магазин. Ну, как-то так, что, ну, ну, понятно. Раньше у нас было две таких ремонтного места, но они такие, все время там какие-то молодые студенты были, и они ничего не умели сделать, вообще ничего. И туда бессмысленно было обратиться, и их, да, не продавали большинство, и все эти электросамокаты посылали дальше куда-то в Таллин. Сами здесь они и в Тарту не умели, не сумели ничего не сделать. Их закрыли тут уже, по-моему, зимой. Потому что просто тармоедам платили просто зарплату и все. И да, есть эта одна фирма здесь. И он в монопольном состоянии. Что только действительно только в Тарту их один. Но они не виноваты на самом деле, что они монополисты, можно так сказать, что других просто нету. И они не убрали конкурентов, не перекупали или что-то. Вообще просто не было их. И пошел туда и говорил, что ну такое, сюда-туда, объяснил этот обстановку такое, как все было и такое. И 2 года назад или 1.5 года назад у них было стоило час работы, по-моему, да, это было 70 евро, а сейчас уже 79 евро. Но они говорили, а принеси на диагностику. Но я тоже думал, что ну, вдруг диагностика там 20-25 переживем. Ну, можно так сказать, что ну, хорошо. Хотя бы могли бы диагностику просто так сделать, но такого. Когда я компьютеров починаю, я никогда диагностику не беру денег. Хотя, может быть, у меня пройдет этот, может быть, несколько дней время, чтобы понять, что с этими процессором, там, материнским платом или памятными, там, что-то, что угодно. Но тут есть такое, были такие случаи. Ну так. И спрашиваю, ну, это сколько стоит? А этот гараж дешевле стоит. Я тоже думал, ну, там, 20-25. Нет, этот гараж не дешевле 49 евро, но этот 50. Я говорю, ну разницы нету такого, там 30 евро же только. Ну да, это тоже есть такое. Ну и потом оказывается, что, ну я говорю, что, ну если я принесу сюда этот, вы можете за где-то там 2 часа, не больше берет время, чтобы диагностировать, что здесь не работает. Или все не работает.
и не дисплей, не контроллер, и не мотор, или что, или где это такое. Они еще говорят, что... А у нас очередь 2 недели. И потом говорил, что... А диагностировать-то тоже нечем. Я говорю, что вы что, деньги берете за это, что вы открываете из стека, открываете крышку, смотритесь туда умными взглядами, это внутрь туда, перещупываете пальцами все эти контакты, открываете, обратно ставьте и все, что ли? Ну, в общем-то, оказывается, да. И больше ничего. А там было, вот как раз у них было там какой-то другой, этот европейский, Кукирин М4. И я говорю, что ну вот отсюда же можно взять этот дисплей и этот контроллер 1.1, этот все это. Но что-то начинало такие лица такие, пришли такие кислые такие, и как будто бы говно съел. Ну это такое, или ну... Можно такое сказать, что-то не очень такое. Что, ну, я опять, это вроде как клиентская машина или электросамокат, или... И я еще говорю, что ну хорошо, что ждем, что может быть, если ничего не уладится, там, денег, ничего обратно, или что-то не получаю, что... куплю сам этот дисплей и этот контроллер, и если что, может быть, я просто что-то не понимаю, может быть, они просто там у этого ремонтники самокатов, они такие опытные такие, что может быть какой-то мелочь, что там надо сделать и все, один может быть минут и все работает. Есть иногда такие вещи, есть, случаются. А человек, которым целыми не ремонтируется или не живет с этим, не дышит в одном ритме с этими электросамокатами, он просто не знает этого какого-то, или есть специфический хитрость какой-то там М4. Ну да, такое может быть. А вдруг надо там 7 раз быстро кнопку нажимать или что-то такое, ну не знаю. И китайцы, да, хотят сейчас, чтобы я посылал им прямой адрес, чтобы посылать мне, черт его знает, что. Одно слово было контроллер, а другое какое-то слово, какой-то странный инструмент или вещь, но не дисплей. Они сделают, конечно, из китайского сделают этот, у Алиэкспресса есть свой этот переводчик есть. Я даже какой-то день посмотрел, что со скриптом там, или как он работает, или откуда. Вроде работает хорошо, но слишком фамильярно, что этот мой очень любимый и хороший друг. И вроде так начинается письмо, но этот уже как этот один пидорас обращается к другому. Ну, или как-то так, шучу немножко. Но, в общем-то, что-то так. Я им объяснил, что в Эстонии, например, бы, если такое случилось, этот под суд бы отдали. И моральную этот компенсацию мне несколько тысяч еще платили. Еще и 2 нового электросамоката. Или хозяин магазина... Лучше из своего магазина или своего денег привез мне лично этот новый электросамокат. Ну, не совсем так, а ну, что-то так выразился так. Вот так.
такие интересные вещи. И теперь я не знаю, что дальше будет. Вообще-то я уже давно думал, что этим ехать можно. И можно тоже такой обзор сделать. В общем-то, я знаю, что все это надо исправить у М4. И все сайты тоже, вот они, кто занимается с этим, они тоже говорят, что если не ухаживаешь, меньше чем 100 километров, все, у тебя развалится, отказывается, все, истощается, все это, механические переходы там и все такое. Надо все, там как этот, все этот пружины, амортизаторы, оси разные, какие-то там штучки там, все надо помазать там, да. Я писал, ну этот я писал специально китайцам, что ну ничего не сделано, как вы можете так сделать, и там, что этот, у вас этот люфт этот у рули уже, и он новый. Этот, я писал, что это чистая халатность, что вы ничего не проверяете и такое. Просто отвечают, что очень дорогой трюк, очень дорогой трюк. Жалко, что у вас так много проблем из-за этого, как-то так или что-то такое. Ну, проклятие, какого пользы мне из этого выражения «очень большой труп». Наш любимый «очень большой труп». Так, такое тепло стало, что уже опять этот маленький, этот мух, этот мох или мош, мох. Нет, мож, как вот так, который летает, один, у которой у дерева держится этот мож, мох, мож летает здесь. Так, чем ближе мы в Тарту, тем больше у нас машин. И вот такой эпопея еще. До сих пор, еще сегодня утром еще писали перед этим, как я выехал. Но у них там в Китае же время этот 8 плюс 8 часов. Если здесь где-то 7 часов писать, то у них там где-то там 2-3 часа. Что-то такое. А у них суббота тоже рабочий день. У них только в Китае этот воскресенье только выходной. Вот так что не все не ладно с этими вещичками здесь. Так, через полтора километра будет этот бензоколонка, где это Тауэр и бензоколонка, где тоже. Так, еду 27 километров сейчас и бессмысленно, бесполезно попробовать крутить педали вообще. Велосипед едет быстрее, чем на самом тяжелом передаче. Этот электровелосипед Сикуба Импульсе или EKXX20 катается. Если эти деньги обратно получаю, я у этого китайца опять заново другой тоже этот электросамокат куплю. И вот один будет, как эти запчасти будет, и один будет, как запчастями можно использовать, а другой... А другой
Вот так. Да. Так и незаметно потихоньку приближается и у нас этот поворотное место, где это тоже этот можно зарядить. Этот называется этот Аувере, этот местность. И мы почти уже как уже в городе почти, но тут да еще ехать. Так и тут еще эти подъемы будут, которые самые высокие у нас были на дороге. Вроде не кажется, что они здесь самые высокие, но на самом деле есть. Так, здесь можно хвастаться с этими поворотниками. Так что же фирма тут такое? Ни хрена не сделан, ничего не держат здесь. Или просто парковка какая-то. У нас каждая бутылка, что мы видим, или банка, я уже двое видал. У нас стоит 10. У нас этот стоит 10 цент. Так, нам надо сюда. Да, но не стесни. Все, процесс пошел. Обычным велосипедом я прыгал здесь бы на этих нарисованных этих, а здесь просто немножко чувствовал, что что-то есть. Так. Так, ехать через этот или ехать немножко кругом, но поспокойнее. Без суеты, можно так сказать. И вот здесь самые эти высокие местности. And here we said is in here it's the highest points of a way or to travel or trip. It's a very strange, but it's not looks like but yes, it's the highest points in here. It's после всего этого начинал подумать, а вдруг этот самому попробовать как-то организовать такой электросамокат в мастерскую. Не один, конечно, надо туда добавить какие-то хорошие электроники и хорошее мастерское такое, или мастер такой, и нужно какой-то маленький этот фрезеровочный станок и этот столярный, не столярный, а этот, не фрезеровочный, а токарный, ну да, это, ну хорошо, что-то надо все-таки такое. И чтобы сделать сам какие-то маленькие металлические такие там штучки там, которые были бы лучше заводских, ну понятно что, но
Для этого надо все-таки помещение надо. И такое, что... И надо вроде как в нормальном месте тоже это помещение быть. И хотя бы этому компанию сперва говорить, что ну давайте, парни, попробуем на минимальку там сперва работать, потом посмотрим. Но вроде... Ну, чтобы сперва все это организовать, надо много денег. По принципу у меня все есть это деньги. Но деньги поставлены везде, откуда так не берется, так чтобы пришел и взял и использовал. Они на проценты работают. И что-то не хочется рисковать, вроде своим пенсиям, уже можно так сказать, что есть вероятность, что ничего не удается. Но если вы понимаете, что очередь 2 недели, а если я смотрю, например, из Ютуба, как эти русские где-то там мастерские, там просто говорит, придет клиент, они берут действительно самокат сразу, раз-раз открывают, смотрят, так, все, так, сюда-да-да, все сразу говорит, вот этот надо, заказываем, ждем, ждать надо, все такое, все быстро, что-то четко все сделают. А у нас вроде как такое, этот, как какое-то такое элитарное такое, или контора элитарных таких деятелей, да, которые наслаждаются насчет этого, что кроме них никого больше нет, и все равно, если кто-то хочет, ну там, исправить или что-то там, все равно надо обращаться к ним. Да, это хорошее такое место такое, что у них никогда, конечно, работа не кончается, даже выше крыши. Но они не собственники. Но может быть один человек, кто там сидит, может быть есть не ремонтник, а вроде такой, который принимает работы или такой. Офисный такой руководящая сила такое. Бригадир. Так скажем так. Старший по контору, не так. Что-то язык не поворачивается сказать, что этот менеджер, как всегда, теперь все менеджеры, что это другое, нет. Утром было из заднего зеркала, было хорошо машин видать. Потому что было облачно и такого, и у всех машин там далеко уже, ну, фары видно. А теперь вроде так сзади смотришь на зеркало. И там вроде как солнце, и все такое хорошо светится. И они такое, как общая масса такое. И фары тоже не видно в таком смысле. Так, а это что-то такое. Мне надо хвастаться с поворотниками здесь. Не понял, авария была или нет? На трактор ехал, что ли? Ну, не смешно. А? Или может что-то там... Так, я этот туннель не хочу туда ехать.
или куда-то туда, это другую дорогу я хочу ехать как обычный человек. Ну что-то так тоже в город не хочется ехать. Фу-фу-фу, что сделать? Там нехорошо ехать через этот, с этим тяжелым велосипедом. Сейчас там суета. Едем так, чтобы с нервом было бы спокойнее. Вот так сделаем. Ja iGo ütleb, et 800 meetri pärast keera vasakule. Aga ma vist otsustasin, et ma ei tee seda. Et ma sõidan otse edasi ja sõidan Jõgevamaantele välja ja sealt lähen konservivabriku vastast lähen, sõidan alla jõe äärde. Ma nagu niiviisi mõtlesin praegu. And navigator wants to send me to here, it's now. But I think that maybe it's in here, it's so much is just traffic and it's... And the easiest to ride if I'm riding a little forward. Or I don't know. All right, let's turn to here. Так, тоже сюда. All right, I'm riding you here. It's... Maybe it's a... yeah, it's a nervous ride. It's starting in here. All right, in here I'm stopping and... And I'm removing that's grease bead and I'm holding in here it's a grease bead holder. Итак. Отперу духовные скрепы Путина. Я совсем не отперу, но поставлю сюда на край. Здесь уже лучше. Так. Это так странно ехать, рукой крутить это. Да. Такой чужой такой, как-то неловко даже такое держаться рукояткой такое. Вот так город-то есть такой. 100 000.
Никто не хочет электросамокатами заниматься. Интересно, дома пойду и попробую искать из интернета, может быть, все-таки кто-то Тарту занимается, просто так для интереса узнать. Хорошо было бы сделать у кого-то дома этот, как будто бы у меня, например. Что не надо, например, какую-то аренду там платить или что-то такое. Да, интересно, тут сервер в магазине или какой-то сервер контора? Этот Вильга, этот польский самолет. Так. Так, я вроде могу ехать. Так, поворотники мы показываем, что мы повернем сюда. Почему в советские времена они могли построить вот таких нормальных, вроде такого, но выглядит нормальные, как дома такие? Почему сделали такое? Ну все неправильно сделали, еще маленькие и... Так, официально начинается дарт, ох, как дымит, хорошо. Да, все-таки, если бы хочешь ехать и нервы сэкономить, надо было ехать по другой дороге. Здесь в советское время вот эта дорога была закрыта, потому что военный аэродром взял всю эту территорию по себе здесь. Здесь скоро на левом стороне были склады такие, мы мальчишки были. Мы отсюда перешли через этот собор. Или как-то так, и разные такие вещи, что можно было из советских складов воровать, то воровали. Торопиться у нас некуда. Итак, ja kiirustada ei ole meil kuhugi. Jõuame õigeks ajaks. Итак, успеваем вовремя. И мы как летающий старт. Поехали. Видно было, что девочка ехала медленно, можно так сказать, что
неровности, и на этом малыш-мопедом вот можно ехать здесь так, как я здесь сейчас катаюсь. А электросамокатом нельзя. Так, я тоже должен останавливаться. Не было плавного старта такого хорошего. Да. Так. Я говорю, что лучше на нервах не играть и ехать по-другому, но... Сейчас пора.
были уже такими лицами, чтобы хотят на зебру ступать. Siin oli selliste nägudega, et tahtsid juba zebra peale astuda. Nii, mis siin on. Rohkem. Kõrat, siin on ebameeldiv koht. Tuleb astub nurga tagant välja ja ongi kohe zebra peal ees. Люди такие полуголые ходят, такие города. Так что... О. Итак, мы дома, and we are, you can see, so to say, but it's we are at home. I don't know how long it's in here, it's when we're not repairing at the street. In here we're not doing, in here it's nothing, and we're not repairing it. Итак, почему не исправят этот все это такое ерунду оттуда там? Куда этот навигатор знает, что я еду быстрее обещанного? Опять говорю, что я еду быстрее. Неужели тут 30 километров, что ли, ограничение, что ли? А может быть... Да есть 30 километров ограничения, если скорость. Ja võib lugeda selle sõidu siiski korda läinuks, enam vähem niiviisi. And we can say that that ride was successful. Itak. Ah. Spivaja. Oled jõudnud sihtkohta. Nii, hakkame tegema kokkuvõtted. And now, what is and being is a conclusions. Let's turn that is off and we say that we are yesterday here in home. And we ride it, it's 105 kilometers, 8 hours and 20 minutes. And we stop it, it's 2 hours and 58 minutes. It means that we 8 hours was ride it and that 3 hours we stop it. It means we ride it only 5 hours.
Итак, 105 километров показывает. И ехали 8 часов 20 минут. Из этого 2 часа и 58 минут стояли. 3 часа, значит, стояли. Вот так. И с этими путинскими духовными скрепами отлично катается. Итак, запомним еще, кто хочет этого Секуба импульса руль поднять, что не надо там вообще-то, да, этот провод этот главный пойдет впереди, надо просто поставить его сюда рядом, и так там можно все этот поднять, и все этот будешь сидеть нормально, а не какой-то полукривой, полусогнутый такой. Итак, у этого аккумулятора, значит надо поменять элементы. Так, амортизаторы вроде хорошо работают. Так. Ага. Ну этот, по-моему, уже и сначала этот люфт было. Они уже так сделаны. Хотя здесь помазано все. Ну черт с ним. Сломается. Купим новое. Не бедствуем. Очень хорошие яблоки, но проклятие, не успеваю съесть их все. Итак, все, видали все это сегодня. Хорошенько катались. Ну, я для меня нормально вышел такое. И видал заново все эти места. Маленький даже обед было. Не привык, что такое, что кто-то там бесплатно просто раздает такое. Да. И один человек спрашивал, у тебя же есть еще зеркало, почему ты сюда это еще другое зеркало не поставлю? А вот сейчас покажу почему. Если мы смотрим, если будет даже двухзеркальный такой, он выглядит как какой-то мопед или какой-то маленький мотоцикл. И каждый полиционер, милицейский, начинает меня останавливать. И вот одна сумка вот таком одном стороне была. Она такая, не очень тяжелая. Так, если не надо ничего особо там с собой таскать. И этот отличный вариант тоже. Двух сумками там по городу кататься, куда-то там в магазин ехать, это все ерунда. А с этим как раз хорошо. Не надо даже, не буду даже снимать, ничего не сделать. Просто так. And I think that it was, it's a normal and it's a good ride. And I'm showing it again, it's same places that I'm seeing in... It's a different Estonia, and by that I want to show it. But tomorrow I want to make it two is a one ride, and that's all the ride. Its distance only the 80 kilometers, but it's a different 80 speed maybe. And tomorrow is a promised. It's like it's a wind is a lower speed, and tomorrow is a Sunday. Итак, завтра хочу еще одну поездочку делать. А этот все вот как-то по-другому все это такое выходит. Это обычный рюкзак. And it's ordinary backpack, it's only for humans. but it's to here. And it's work. And tail light is burning. А, седло поменял. У этого седло там рама как-то там по кривую пошел. Нашел не совсем такую, как этот, но по-моему этот даже по-хорошему, чем другое. Дело в том, что он в каком-то смысле здесь поуже такой. И
Но все равно я могу здесь все-таки целыми часами сидеть, и я даже не чувствую, что я сижу на этом на седле. Вообще нету такого почувствия, что надо куда-то крутиться, вертеться с там задницей и там какого-то такого. И там нету такого. Так, все. Nii, ja nüüd tõesti kõik. Nii, aga kell ka, vaatame, mis kell on. Итак, посмотрим, сколько времени, как та. 15.57. И начинали ехать пол восьмого. Пол восьмого начинали ехать. 6.5 часа, что ли? Нет, посмотри. Сейчас 4 будет. Так. 8.5 часа, да. And we read it like, so now it's a clock, it's 3.57, it's like it's 4 o'clock p.m. is being. And we was read it like it's 8 and a half hour. And it's only 105 kilometers. It's never, if you're thinking it's, oh, this is average speed we're riding, it's like it's 24, 25 kilometers per hour. Yes, well, classically, yes, we must be right, not more than a 5 hour. But we are stopping and whatever we're doing, and riding slowly, and it takes a time. And maybe it's happening only with me, but that's happening with me always. Итак, это действительно не считается, что это средней скорости, там считается, что 105 километров, и ну, за 5 часов мы должны проехать, а этот, у меня этот никогда не действует. Ну вот останавливались тут и там, где-то там, и медленно ехали там, и зарядились еще полчаса, да, точно там. Туда-сюда, там еще время прошло. А так нормально. Все-таки отдыхали, по-моему. Я отдыхал нормально вроде так. Не, а пухус сай tegelikult sai puhatud küll, ütleme nõnda ja sellegi. Kahjud jah, et linna sõites kõrendi, et miks võib neid autosid nii palju olema. Võiks ju palju rahulikumalt. Oleks pidanud ringiga sõitma, oleks saanud palju rahulikumalt sõita. И да, надо было кругами ехать немножко и все. Не было всех этих машин, светофоров там и все такое. Да, сам дурак. Думал, что быстрее будет.